Ты помнишь это место? Да, я помню, как приходил сюда. Мама водила нас сюда. Расскажи мне все. Некоторые вещи были всегда. Всегда были ангелы, всегда были демоны. И они всегда воевали. 9 тысячелетий назад один демон стал править темными ордами. Сильнейший, самый жестокий – Мундус. Но Мундус был не один. Его правой рукой всегда был верный помощник, его кровный брат. Спарда. Но Спарда предал его. Он влюбился в ангела, Еву. Тайный союз между ангелом и демоном был немыслим. Но это произошло. И вместе с ним родилась новая жизнь. Близнецы. Ты и я. Гибриды двух воюющих рас. Когда Мундус узнал о предательстве Спарды, его ярости не было границ. Он выследил влюбленных. Его он убил своими руками. Спарду же ожидал более суровый рок. Бесконечные боль и мучения. Но даже когда Ева была уничтожена, а Спарда заточен навечно, каждый из них знал, что семя их мести уже было посеяно. Потому что, согласно легенде, короля демонов могут убить только нефилимы. Гибриды ангелов и демонов. И эти гибриды теперь существуют. Ты и я. Мундус считает, что родилось только одно дитя. Но нефилимов было двое. И каждого хорошо спрятали. Спарда вооружил своих сыновей. Мятежник для Данте. Ямато для Вергилия. Значит, Мундус убил нашу мать и пленил нашего отца. Да. И мы потомки ангелов и демонов. Демон-отец, ангел-мать. Мы нефилимы. Единственный, кому под силу убить короля демонов. Хорошо. Как? Наблюдатель. Ебучий прислужник демонов. Тебя затягивает в лимбо. Я найду Кэт, она поможет выбраться. Держись! Вот всего один вопрос. А какого хрена его не затягивает каждый раз? Так, ладно. Я помню, как-то можно было вырывать у них там это все, да? Вот так вот, по-моему, да? Система ранга стиля. Система ранга измеряет то, насколько сильно вы деретесь. Я бы сказал, насколько круто. Текущее действие. Каждое выполняемое вами действие генерирует отхищ стиля. Поведение одного и того же действия на протяжении короткого периода времени уменьшает его ценность. Зарабатывайте бонус за стильные трюки, такие как убийство врага, не принеся при этом урона, парирование, воздушные комбо и прочее. Ранг стиля. Ранг стиля представляет собой коэффициент, применяемый ко всем вашим очкам стиля. Он увеличивается по мере того, как вы зарабатываете очки. И падает, когда вы терпите урон. Общее количество очков стиля. Общее количество очков, заработанное на данный момент в миссии. Чем больше у вас очков стиля, тем выше будет ваш счетчик в миссии. Ну вот зачем мне это по факту надо, я так и не понял. Так, долбаем, ребяток. Опа. На, получай. Ну ладно, шучу. На самом деле их надо удолбать. Упс. Опустошитель. Твою-то зомби-маму. Так, ну и как с тобой бороться?
Но я так понимаю, что с ним бороться надо в тот момент, когда он тебя не режет. То есть пока он не хреначит тебя ничем. То есть вот, ну, не вот в этот момент. Ладно, понятно. Данте, переход готов. Скорее. Чё-то мне кажется, до перехода я не доберусь. Поэтому давайте осмотримся. Так. А можно как-то пододвинуть или... Оп, найден новый предмет. Зеленая сфера. Мгновенно восстанавливает часть здоровья Данте. Ну ладно. Ну, он-то хрень определенно двигается, разве нет? А он того чувака, в принципе, можно убить. Что-то здесь не так. Ну и вот сюда вроде как можно внутрь зайти. Так. Ладно. Все мы это будем изучать, но просто я хотел посмотреть, что ж по миру здесь есть интересного. Можем ли вообще что-то сделать и подвигаться? И пока я вижу, что нет, ни хрена мы не можем. Хорошо. Данте, сюда. Вот мы ничего не можем. Значит, будем заниматься тем, чем можем. А именно уничтожением всякого дерьма. Оп. Вот эта вот смена камеры вообще не в положительную сторону игре. Вообще ни разу. Так, собраны ключи, замечательно. А можем ли мы, кстати, что-то усовершенствовать? Улучшение. Способности Азирис, черный и белый. В черном и белом что-нибудь есть? Нет, только обратный ливень. Азирис секач можно сделать, измельчитель можно сделать. Удвоение. Угу. Так. А пища там что делает? Чтобы накопить полный заряд. Ну, что нет-то? Так, прилив. Ага. Нападение, ага. Воздушный прилив, ну я понял. Удар троицы, это что за с паузой? Усилим обычные атаки. Мятежник, в принципе, более-менее... улучшен. Поэтому проблем с этим нету. В принципе, у нас все равно закончились очки улучшения, так что... Чё бы нет-то, да? Так, вот сюда мы тоже можем зайти. Я просто говорю сразу, я буду стараться изучать окружающий нас мир и постараться собрать максимальное количество всякого говна, которое можно собрать. Вот. Если я что-то не замечу, ребят, ну сорямба. Знаете, я вот такой лошарик. Можешь перебраться? Я найду другой путь. Ну, ясен красен. Тут уж без вариантов. Ну, кто бы сомневался. Давайте. Позаряжаем нашу замечательную хренотень. Ауч. Вот это было сейчас обидно. Я потерпел урон. Вот тебя мне тут прям не хватало.
Полетай. Ну как-то так. А ты уверен, что ты хочешь, чтобы я подошел к тебе поближе? А то я чувствую, тебе получится дать по мозгам. Ладно, остальную часть он пока мне закрыл. Кстати, мне нравится то, что сзади показывается полная история, типа... Там было двое детей, но никто не спалил это, да? То есть... Все нормально, че? Вот... Я не понимаю, честно говоря, как это работает. Видимо, я как-то выйду сбоку и смогу все-таки это сделать. Потому что пока вот сюда вот я, например, не могу попасть никоим образом. Там, видимо, будут какие-то прыжки и прочее подобное. Ладно, давайте пока по ходу будем. Вообще посмотрим, что нам дают, какую возможность, что можно, что нельзя. Какой-то милашка-то. Я говорю, ты милашка, чувак. Это все, что ли? Ну ладно. Где тут прям душа рядом? Где? Понять не могу. Вон ты где, срань мелкая. Вот видите, одну душонку нашли. Сколько там их всего? Всего три. Еще одна вон там. Еще одна я, по идее, видел. Здесь душонка у нас больше не орет. Замечательно. Это значит, что мы сейчас устроим с вами попрыгушки. Мне все-таки интересно, как же мне туда забраться. Потому что, видите, с этой стороны, типа, он не забирается. Я, конечно, понимаю, что я достаю таким моментом, да, то есть, ну, типа, ребята, какого хрена он делает, типа, забрался бы ты, и ладно, как-нибудь. Типа, все равно всем насрать, но... он мне не дает в бок так прыгнуть. Обидно. Ладно, все, больше пока не пробую делать это, простите, если что. Стараемся максимально быстро добежать до туда. Да-да-да, я тебя вижу, мразь. Окей. Еще синяя роза. Ах ты ж мразь. Вон в чем прикол. Они, короче, поворачиваются в определенный момент. Ага. Нет, стопай, я же могу вроде сразу сюда забраться, нет? Очень мне кажется, разбежать, лол. Сорямба. Угу. Знаешь мое имя. Так, мы опять перенеслись в некий непонятный мир. Разблокирована новая способность «Ангельское ускорение». Находясь в воздухе, Данте получает способность к ускорению. То есть... Ну ладно, нас сейчас научат, скорее всего.
Не. Лучший способ. Ауч. Вообще ни разу не лучший. Но он не допрыгивает, как бы, нет? Это нормально вообще? Я тут сейчас тупо всю жизнь просру. Он тупо не допрыгивает, ребят. В чем прикол? Ладно, пока, Данте, видимо. Причем он может делать один раз. Нет, игра окончена. Я надеюсь, не стану с самого начала. Боже ты мой, ладно. Ну. Все, стопэ, я лошара. Все, стопэ, я лошара. Понял, принял. Мне же показывали тут типа ЛТ. Я не понял. Оп, вот так вот все. Все, вот теперь вопрос исчерпан. Все, молчу, я сам дурак. Ну, логично, как бы, да. Красиво здесь, кстати. Ну да ладно, нам надо идти дальше. Приземлились. Видите, как понял, сразу все сделал. Вообще, изи, че, никаких вопросов даже нет. Ну, мне, в принципе, тоже, хотя надо с этим освоиться, да. Полностью, как говорится, согласен. Они, то есть, хотят... О-о-о-о, жесть. Ладно. Фак. Ну... Я не упал! Ура! Ура! Ну же! Раскололся! Хотя бы дай мне шанс показать тебе. Пафос. Летающие крысы. Да. Ладно. Пробуем прыжок, и что там было? Не помните? Не так. Так, надеюсь, меня не закосили. На-н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 а. Ну,
Вот это сейчас было больно. Да хорош! Я забыл, как уворачиваться, ребята. Сорямба. Так, с двумя определенно есть проблемы. Так, ну и пока я живой, надо как-то подхилиться, что ли. Ладно, хотя бы так. Кэт, я уже иду. I'm on my way. Так, можно вот эту хрень разрушить еще. Так, я думаю, что я могу подтянуться сюда. И отсюда, чисто в теории, прыгнуть вот сюда. Даже слишком сильно прыгнуть, я вас понял. Один ключ, одна дверь. Недостаточно ключей? В смысле? А, серебряная дверь. Ладно. I'm on my way. А вот сейчас туда было нельзя, да, пройти, типа. То есть это только в момент, когда ты прыгаешь. Я понял. Хорошо. Сейчас попробуем. Двойной прыжок и максимальное удержание способности. Но должно же было сработать. Чё за хрень? Чё за фигня? Ну ладно, если еще до сюда как-то можно допрыгнуть. Вот до сюда так как допрыгнуть. Тут вообще какая-то способность из разряда полета нужна. Причем такого нифигового. Готовишь налево. То не допрыгивал, то перепрыгиваю. Да, мульча. Сейчас я не прыгну. Ладно, короче. Ни судьба, ни судьбинушка. Так. Ну, конечно, разбежался. Не? Принес, да? Все нормально? Окей. Башня Silver Sachs. Самый влиятельный в мире инвестиционный банк. И кто им управляет? Председатель Кайл Райдер. Человеческая оболочка. Физическое проявление Мундуса, короля демонов. Он контролирует все через долги. Для Мундуса мир — это фабрика по производству человеческих душ. Он любит, чтобы его животные были покорны и подконтрольны. Наблюдением занимается новостная корпорация Raptor News. Глобальная система камер слежения,
спутников и шпионов. То, как он делает нас покорными, немного коварнее. А конкретней? Это в твоей руке. Верилити – самый популярный напиток на Земле. Демоны отравили его. Ха, все нормально. На нас он не действует, только на людей. Это лоботомия в банке. Ну и каков план? Это врата ада, проход, из которого Мундус питает свою мощь. Пока он соединен с вратами ада, он бессмертен. Но если увести его от них, наши мечи сделают все остальное. И как мы это сделаем? Мы привлечем его внимание. Мундус жалкий и импульсивный. Если навредить ему и заставить поддаться гневу, то, думаю, мы сможем выманить его. Хорошо, значит, чтобы убить Мундуса, нам надо увести его от врат ада. Сделаем это, разозлив его. Грубо говоря, да. И мы разозлим его, уничтожив новостную сеть Раптор и Верилити. Ну да. С чего начнем? Ну что ж, вот еще одна, походу, пройденная миссия. Да. Завершил я ее уже похуже, потому что использовал предметы, плюс один раз сдох, но сдох из-за того, что сам сглупанул. Не посмотрел, на какую называется кнопку нажимать. Ладно, всем спасибо, друзья, за хороший просмотр. Смотрите только веселые, хорошие видео и всякую хрень типа моих. Ну ладно. В общем, всем удачи, всем спасибо, всем пока!